Всем привет! Сегодня я хочу поделиться одним из самых любимых рецептов в нашей семье. У меня мужу очень полюбились блины именно с мясной начинкой, сладкие как-то не очень. А эти получаются очень нежными и вкусные, и при этом их еще можно заготовить впрок и заморозить. Давайте же приступать, это очень просто. Для начала нам нужно смешать 250 мл молока, муку, яйца, сахар и соль. Просто все добавляем в одну посудину, в которой мы будем перемешивать. Это можно использовать и как в кухонной машине, и можно также просто обычным венчиком вручную. Просто в кухонной машине это быстрее происходит. Ставим и перемешиваем до однородного состояния, чтобы не было никаких комочков муки. Тем временем у нас закипает чайник. Нам нужно получить крутой кипяток. После того, как смесь стала однородной, добавляем к ней, включая чуть быстрее миксер, стакан крутого кипятка. И перемешиваем опять же до однородности. После того, как масса стала однородной, добавляем оставшуюся часть молока 250 мл. Не пугайтесь, что масса более жидкая, она чуть-чуть загустеет, самую малость. И в конце уже добавляю сюда растительное масло. 1-2 столовые ложки будет достаточно. И слегка перемешаю. Пускай наше тесто постоит минуток 20. Тем временем мы займемся приготовлением начинки. Для начинки на растительное масло выкладываю небольшой кусочек сливочного, добавляю лук и немножечко его пассирую. Потом к луку добавляю фарш. Удобно использовать именно фарш, лично для меня, потому что он в меру жирный, не сухой получается. У меня здесь свино-говяжий фарш. К фаршу я буду добавлять только соль и перец, больше добавлять ничего не буду. Вы можете по вкусу добавить какие-то другие специи, но мне достаточно этих. Можно немножечко фарш поджарить, но я в основном занимаюсь только тем, что я его проготавливаю, я его не поджариваю. Просто чтобы он проготовился. Немножечко дождались, пока жидкость испарится, и затем под крышкой немножко проготавливаем. Растираем вот так лопаткой, чтобы не было явных комочков. Оставляем, пускай фарш немножечко остынет. Тем временем как раз уже тесто постояло, и можно готовить блины. Блины готовлю обычным способом, вот так вот по кругу. Где-то чуть более полуполовника теста использую на один блин. Огонь чуть ниже среднего. Они поджариваются очень быстро. Как только сверху стали матовые полностью, переворачиваю. Их не нужно очень сильно поджаривать, потому что мы их потом еще немножечко будем готовыми уже поджаривать. Либо вот такие вот они получаются. Очень тоненькие, очень эластичные, даже я бы сказала так, тянутся немножечко. И посмотрите, какой он тоненький и мягенький. Мясную начинку, после того, как она остыла, я прокручиваю еще раз через мясорубку. Она получается более такой нежной, что ли, и однородной. Затем перетираю туда сыр на мелкую терку и зелень. Сыр скрепит нашу массу, когда мы будем поджаривать блинчики, для того, чтобы она у нас не рассыпалась. Ну и зелень придаст вкуса, конечно же. Блины использую с последнего, поэтому переворачиваю тарелку. Посмотрите, вот какой он мягусенький, тянется. Он абсолютно невесомый вот такой. Очень удачный рецепт блинов, особенно для этого рецепта, просто прекрасно. Все, можно приступать к тому, чтобы собирать наши блинчики. Удобнее всего мне массу переложить в кондитерский плотный мешок, либо использовать пакет из-под молока. Конечно же, можно и раскладывать эту массу ложкой. Но так более равномерно, что ли, получается. Выкладываю небольшую колбаску такую из начинки. Можно эти блины сворачивать и треугольниками, по-разному, как вам хочется. У меня это в основном вот такие вот. И сворачиваем трубочку. И так поступаем со всеми оставшимися блинами. Те, которые я морожу, и в таком виде я их раскладываю на досточку и замораживаю. И затем поджариваю просто уже, когда они мне нужны будут. Либо поджариваю сразу часть. Ну, в общем, это в любом случае очень удобно, можно приготовить впрок. Поджаривать их нужно совсем немножечко, просто для того, чтобы они внутри прогрелись и расплавился сыр. И также сверху такая немножечко румяная корочка образовалась. Такие вот красивые блинчики у нас.
На сковородке просто, если замороженное используете, то под крышкой поджаривайте. Если вот так вот сразу, то, конечно же, без крышки. Они очень хорошо режутся, кусаются, они очень мягенькие и вкусные. Также они внутри очень сочные. Я уверена, что этот рецепт полюбится и вашей семье. Это очень действительно вкусно, очень нежная начинка получается. Обязательно попробуйте. Также здесь очень простой рецепт блинов, который можно использовать и с другими начинками. Если вы будете использовать сладкую, то используйте меньше соли, чуть больше сахара. Обязательно, это очень вкусно, обязательно, просто обязательно к использованию. С вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте пальчик вверх. До новых встреч. Пока-пока.